И к другим темам. Театр драмы имени Федора Волкова впервые за всю свою историю отправился с гастролями в Башкортостан. На подмостках Русского драматического театра в Уфе волковцы дают русскую классику. Это «Лес Островского» и «Без названия Чехова». А также провокационные жестокие игры «Зеленая зона» и «Тартюф Мольера». Но особенной эта поездка стала для актрис Евгении Родиной. Уфа – ее родина. Она выпускница Уфимской академии искусств, и своими эмоциями и впечатлениями от этих гастролей Евгения поделилась с Первым Ярославским. Да. Зрители в основной своей части разошлись. Оказывается, за кулисами, когда занавес закрылся, никто не разошелся из моих и остались там ждать меня. Так не принято делать, но я сделала исключение из правил. Все-таки вышла в костюме к зрителю, где стояли большая толпа моих родственников, учителей, с академией преподавателей.